Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон LG K61. И сейчас я покажу вам, как на этом телефоне очень простым образом открыть меню этого разработчика. Это очень важное меню для более глубокой настройки устройства. Итак, вы открываете приложение «Настройки», затем спускаетесь в самый низ и нажимаете «Система». После этого открываете пункт «О телефоне». Не обращайте внимания на название, это для видео было, я менял. Так, теперь спускаемся немножечко вниз и нажимаем на сведения о ПО. Здесь видим номер сборки, нажимаем на него 7 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Подтверждаем свой пароль, блокировки экрана. Ура, вы теперь разработчик. Возвращаемся на шаг назад, еще на шаг назад. Теперь бдите, потому что теперь у вас на вашем устройстве появился дополнительный пункт. Причем он не будет ни в расширениях, он будет в самом нижнем меню, где он, собственно, и должен быть, где ему и место. Опции разработчика. Как только мы вышли отсюда полностью, да, ну, не надо обязательно с настроек выходить, нужно выйти вот в это меню, зайти обратно в систему, и здесь появится новый пункт «Опции разработчика». Открываем его. Они уже включены, и смотрите, сколько новых пунктов настройки у нас появилось. Советую вам поклацать. Если вдруг что-то там наклацаете, и телефон будет как-то странно работать, просто нажмете «Выключить», и все настройки, ну, разработчика, собственно, сотрутся. Включаете, и все по-новому. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до скорых встреч. Пока.